Сегодня во всех школах прозвенел первый звонок. Для 127 тысяч ребят, более 14 тысяч из которых первоклашки, в республике начался учебный год. Впереди у детей уроки, домашние задания, контрольные экзамены. Узнать, с каким настроением они пришли в школу, отправилась наша съемочная группа. После долгих каникул войти в учебный режим будет непросто. Ребята еще не до конца проснулись, но на лицах улыбки. Да и как иначе, если сегодня к ним столько внимания. Подарки, вспышки фотоаппаратов, белые банты и букеты цветов – непременные атрибуты этого праздника. Первоклашки растеряны. Конечно, они уже многое слышали о школе от своих родителей, братьев и сестер, но сегодня все по-настоящему. А вокруг такие же ребята, которые совсем скоро станут лучшими друзьями. Ну и радостно, и немножко волнуюсь. Почему волнуешься? Потому что, ну, в школу в первый раз, новое место, новый путь. Ощущения у меня веселые, что хочется по улицам бегать. Мне понравилось, как со мной обращается Маргарита Николаевна. Я желаю всем ученикам здоровья, получать пятерки и чтобы их не ругали. Ну и хулиганить иногда. И слушаться. Совсем скоро в их жизни наступит новый этап. Для них это не просто день знаний, для них это день перемен. Старшие ребята уже знают, каково это – быть школьником. Они дают свои советы младшим товарищам и вспоминают, как сами впервые пошли в первый класс. Хотелось бы им пожелать то, чтобы они не теряли надежды, трудились, потому что труд, он сам по себе очень важен. Успехов, чтобы всегда поддерживали друг друга, потому что поддержка в классе – это очень важно. Много учителей, конечно, новых пришло, много первоклассников, за них мы рады. Все такие хорошенькие, маленькие, вспоминаем себя все. В детстве как вы веселые приходили, в жажде знаний. Я была очень рада, я немножко боялась, но со мной рядом была моя лучшая подруга и моя мама, они меня поддерживали. Папа с мамой почему-то сильно волновались, говорят, не спали ночь, за меня боялись. И впрямь, родители взволнованы едва ли не больше самих первоклашек. Сегодня их дети стали чуть взрослее и стоят уже отдельно от них, вместе со своими будущими друзьями. Ощущения непередаваемые, чувство тревоги, волнения, все как будто бы в первый раз, хотя вспоминаешь себя в детстве, и очень хочется, чтобы для ребенка это был самый запоминающийся день из всех 11 лет обучения здесь. Сегодня такой важный день, трепетный, у самой в душе сердечко стучит. Тимофей тоже вчера целый день бегал, играл, говорил: «Мы пойдем завтра в школу». Наверное, просто что-то интересное для них, что-то новое. Устали за лето сидеть дома. И самостоятельность, наверное, какая-то. Чувство самостоятельности, ответственность, наверное, себя взрослыми все-таки ощущают уже. Школьный звонок! Приглашаем всех на первый урок! Урок безопасности! Алексей Табинов, Игорь Зверев, Республика.